Борис Моисеев и его леди. Леди Азова. Ой. Боря. Боря. Мальчик мой. Взрослей чуть-чуть. А ты помнишь, как все начиналось? Помню я, как в ресторанчик вдруг ворвался милый мальчик с фуэте и с пируэтом. Но с годами незаметно превратился в конкурента. Где-то заразился чем? Пением, представляешь? Вы не помните, мадам, я всем, что есть, обязан вам. Спасибо. Примадонне ручки я целую. Какая женщина, какая женщина. Ну какая, Борь, какая? Нет, такую. Уже занята. Ах, какая женщина, какая женщина. Да ладно. Нет, тебе другую. Прямо за Омск и Ленинград. А потом до Ленинград. Что за жизнь, гастрольный график. Амстердам, Париж, Майами. Вечно между городами. Как хочу послать все нафиг. Прикоснулся к вам едва. Закружилась голова. Словно рюмку выпила я хмельную. Нафиг! Какая женщина, какая женщина. Мне такую. Какая женщина, какая женщина. Нафиг! Мне тебе такую. Много лет ждала я принца. Наконец-то он явился, и у нас дуэт образовался. Но я узнала, что у вас, женщина, не в первый раз, что ты уже в дуэты собирался. Я больше не буду. Хорошо, что ты ревнуешь, разревнуешь, значит, любишь. Я с тобой прерву жизнь холостую. Ой. Ах, какая женщина! Какая? Какая женщина! Какая? Мне другую! Что? Ах, какая женщина! Какая женщина! Передумал! Мне другую! Не могу никак понять, где птицу счастья отыскать. До сих пор один кукую. Чего же мы стоим? Будь воробушком моим. Мы по птичьи поворкуем. А ведь правда, мы вдвоем тихо гнездышко совьем и зальемся песней соловьим.